что, ребят, всем привет. Отправился сегодня в поход выходного дня. В общем, на улице дует сильный ветер, не кончается снег. В общем, ну а мне не сидится дома, решил прогуляться маленько по лесу, подышать свежим воздухом. Ну и приготовить, естественно, что-нибудь вкусненькое. Взял с собой миска, картошки, яиц. В общем, ну что-нибудь сготовим. Так что, друзья, если хотите что-нибудь вкусненькое посмотреть нашу сибирскую тайгу, присоединяйтесь. Велкум!
сейчас сперва запарим наш чаечек по традиции. У меня уже все выработано, друзья, в лесу. Первым делом надо выпить горячего чая, а потом уже делать все остальное. Взял с собой чайничек от Розы Ветров. Если кто не знает, что за фирма. Друзья, на все свое оборудование, чем я пользуюсь, я буду оставлять ссылки в описании на всякий случай, чтобы вы не спрашивали. Вот такой вот чаечек. Сделал такой примитивный столичек с пихтовых веточек. Пусть запаривается наш чаек. О, вкуснотища. Так, ну а сейчас я замариную два кусочка мяса. Это у меня свининная шейка. Сейчас маленько посолим, поперчим. Я только буду делать соль и перец. Жарить буду сразу на углях, ребята. С собой я ничего не брал, никакой, ни сковороду, ничего, просто буду жарить на углях. Должно быть очень вкусно. Ну, по крайней мере, спробуем. Взял еще с собой один огурчик свежий, потом одну помидорину, одну луковицу, два яйца, ну и картошку на всякий случай. Картошку я хочу, друзья, запечь.
Ну а пока запекается наше мясо, я сейчас сделаю, приготовлю салатик. Следом помидорку пошинкую. И пошинкую маленькую луковицу. Вот. Вот такое вот получается миско. Будет вкусно очень. Салатик я буду заправлять маслом. Полили маслечко, немного соли.
Вот такое мяско получилось. Так, ну вот, друзья, закончился мой кемпинг, отдых на природе. Мне пора собираться домой, так как завтра на работу. И еще нужно для вас смонтировать фильм. Так что сейчас 2 дня я работаю, а потом вновь увидимся с вами в лесу. Так что ладно, друзья, всем пока, до скорых встреч. Если понравилось данное видео, не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Ну и, естественно, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.